Ну и чё мы тут сидим, Нюша? Нюша, чё мы тут сидим, моя золотая? Да. Саша съездил в город за заказами. Привез заказы. Сейчас покажу, что я заказывала. Это заказы на Озон. Тут уже есть на Новый год заказы. Вот такие оливки. Ну, давай фокусируй. С семгой, друзья, с семгой. Смотрите, оливки с семгой. Я помню, раньше брала с анчоусом, мне нравилось. Давно-давно это было. И вот я встретила на Озоне и, конечно же, не прошла мимо. По ценам ничего не скажу. Это он сыр купил по дороге. У нас кончился сыр. Сыр какой-то горный он взял. Потом мы, друзья, запали вот на такую халву. Не на именно эту, а вообще на арахисовую. Нам так нравится арахисовая халва. Но она не из дешевых, конечно. Ну вот, подобрала здесь 2 килограмма. Состав. Сейчас я вам дам состав, покажу. Так. Это не на этом языке. Так, ну вот смотрите, какой состав. Ядра арахиса обжаренная, патока, сахар, песок. Ну, конечно, не очень. Это пенообразователь, это экстракт мыльного корня, пищевая соль и ароматизатор ванилин. Ну вот. Такая калорийность у него, значит, жиры, углеводы большинство. Но жиров тоже достаточно. Так, дата упаковки 9-11. Ну, нормально. Месяц назад. Так, потом, значит, вот мы пробовали в Мариера. Там были, значит, вот такие супы. Харчо мы брали. У меня муж очень любит вот эти пакетные супы. Ну, и я решила посмотреть, сколько они стоят. Так как в Мариера выбор небольшой. И только харчо было. Харчо и солянка, по-моему. Я зашла посмотреть. И вот такими наборчиками они идут. Там очень много. Вот, посмотрите. Сколько их видов. По-моему, на любой вкус. Сейчас я открою. Эта пачка так не запечатана особо. Но я выбрала, знаете, какие? Вот такой. Ну, посмотрите, какая пачка. Пачка большая. Вот раньше были в половину, наверное, меньше. Вот. У меня вчера я сварила курочку как раз, бульон есть, и я сегодня, что Саша выберет, я ему то и сварю. Количество, так, тут аж на 8 порций, обычно шло на 4 порции, на 2 литра. Ну вот, том-ям, попробуем. Потом вот такой фасолевый с фрикадельками. Ну, наверное, фрикаделек-то там нет, я так думаю. Саша, как ты считаешь, фрикаделек же там не может быть? Так, по составу. Тут картофель, лук, морковь, чеснок, паприка, фасоль, томаты. Так, зелень. Ну, тут, кстати, ничего такого нету плохого. Все почти натуральное. Так, вот фасолевый и чечевичный с томатами. Это вот они идут по наборам. Вот такой набор был, я его выбрала. Так, ну вот еще он купил яблочки в Магнит, зашел, у меня кончились яблочки. По 76, да? 79. 79, говорит. 79. Так, сейчас еще покажу. И вот заказала, не устояла перед такой коробочкой чая подарочный. Вот присмотритесь, прям для подарка он огромный. Размер я не знаю какой. Здесь 120 пакетиков, 30 видов. Он вот разворачивается как альбом. Из двух, вот видите, вот так вот его положить надо. И вот так он разворачивается. Мне нравится этот чай, я пью этот чай. Ну, он из разряда не дешевых, конечно. Но когда я увидела такой набор, стоит 510, я запомнила. Но это по распродаже, опять же. 510 он стоит. Вот, так что, кто любит такой чай, любителям такого чая,
Присмотритесь, пока есть хорошая цена, приобретайте вот такой чаек. Вот написано 30 вариантов, наверное. Ну вот они, в принципе, все и указаны здесь. Вот видите, вот они тут все указаны. Тут на любой вкус. Попробую. Все перепробую. Масса нета 209 грамм всего лишь. Ну вот такие небольшие заказы. У меня на Wildberries еще много. Но это уже в следующую поездку. Заберем все. И все. Сегодня какие у нас планы? Сегодня у нас привезут мне один прибор вечером. Похвалюсь потом. Прибор купила для себя. Вот. Прям жду. И на обед у меня будет вот этот супчик. Я мяско буду, суп я не буду. И хочу сделать винегрет. У меня вчера я сварила большую свеклу. Картошку сейчас поставлю варить. Огурчики есть. Что еще там надо? Буду, наверное, без капусты делать. Замариную лучок. И все, и будет без капусты. Просто будет. А морковку еще надо отварить. Ну все, всем желаю хорошего дня. Пока-пока. Вот, брала вот такой диспенсер. Вот сейчас хочу его наполнить. Хочу сказать, что не могу средства подобрать. Много уже испробовала. Также выписываю на Озон, на Wildberries. Вот, смотрите, вот это предыдущее. Вот такое использовала. Вот пустой флакончик. По отзывам. Смотрю, шарюсь по отзывам. Потом еще какие-то брала. Ну, повыбрасывала, короче. Этот тоже уже пустой. Сейчас выброшу. Открывается так плохо. Между прочим, вот этот вот при помощи ножа его открываю, потому что сам он вот так не откроется. Не знаю, как у вас он открывается. У меня он очень сложный. Вот посмотрите внутри как. Вот тут грязь. И здесь вообще ужасная грязь. Беру губочку и поехали. Губочкой вот так раз. Потому что она же несъемная, эта часть. Вот так вот засоряется, очень засоряется. Вот это минус вот этого диспенсера, вот такой минус у него. Сейчас буду, знаете, какое средство вот новое. Мы такое средство брали для унитаза. Муж говорит, хорошее. Пардон, у нас муж чистит унитаз, но ему нравится. Ну вот секреты чистоты, это там кислотный был гель, хорошо чистит. Ну вот решила из этой серии взять моющее для посуды с алоэ вера. Ну, надеюсь, вам видно. Тут большая упаковочка, где-то литр, что ли, да, литр. Ой, не убронить, вот тут написано литр. Ну, аромат такой есть, хороший ароматик. Ну вот, буду сейчас заливать. Подскажите, девочки, у кого там что-нибудь хорошее есть. Вот эту мы подкручиваем. Сейчас вот чистить буду. Видите, как оно грязное. А буквально оно быстро расходуется. И почему оно так остается, непонятно. Мне непонятно. Варю суп том ян, который... Не знаю, это, наверное, тайская кухня. А там надо и креветки королевские, друзья. Но я его по-рабоче-крестьянскому варю. Вот сейчас кинула в бульон картошку. И все, и высыплю этот пакетик. Вот и все. Вот такие дела. Так, где у меня тут бумажное полотенце? Сейчас я все насухо вытру хорошенечко во всех этих самых. Потому что смывать тут никак не смоешь. Тут пены много. Вот тут уголочки. Еще у меня.
Вот, все блестит, все очистила. И сейчас буду заливать руки. У меня что-то. Оно густое такое, сейчас я вам покажу. Вот такой густоты. Пенится хорошо. Я на губку его попробовала. Пенится хорошо. Такой ненавязчивый аромат. Не резкий, такой спокойный. Слегка приятный аромат. Прям, знаете, чем-то зеленью какой-то пахнет. Так, ну достаточно. О, пузырьки пошли. Так, ну и все, и закрываю. Закрываю. Сейчас крышечку тоже помою. Он хорошенечко. Так. Оп! Как он выстрелил. Хорошо выстрелил. Ну все, вот зарядила я его. Сейчас протру. И все. У нас морозец. Прям сегодня с утра муж поехал в город. 32 показывала. Вот. А Яндекс написал, что ощущение 37. Сейчас солнышко такое яркое светит. Я сегодня что-то так мало поспала. Легла поздно. Встала рано. В общем, у меня давление низкое сегодня. Даже сердце что-то еле стучит. Еле стучит. Так, ну что вам показать? Вот моя курочка. Вот варится супец. Сейчас его маленько убавлю. На пятерочку поставлю. Что-то запах уже идет. Да, уже аромат идет. Ну все, вот сейчас вот я прям уже это высыплю сюда, потому что варится 20-30 минут, написано. Как раз и картошка сварится, и ну, ингредиенты. Покажу потом вам, что получится. Ну, в общем, вот такой супчик получился. Сейчас я возьму ложечку. Так. Вот знаете, там рис, что ли. Вот картошечка. Ну, еще мяско. Я так поняла, что рис это. Да, это рис. Хотела положить укропчик, а муж категорически сказал против. Вот это его еда, вот моя еда. Да, вот так скучненько мы живем. Как говорит моя сестра, скучно, говорит, у вас. Ну, это в плане еды, конечно же. Ну, вот у нас такое скудное питание нынче. Ну, зато полезное для здоровья. Так, распаковываю халву, какая она красивая, мамочки мои. Наисвежайшая, наисвежайшая. Тут она как-то не это. Ой, какая красота. Так, ножичек сейчас возьму. Где-нибудь с краешку. Сейчас отпью. Ой, какая она свежая. Тут надо ложечкой, ложечкой. Ой, какая красота. Посмотрите. Вот я ножиком взяла. Вот ложечкой беру. Вот смотрите. Это просто как обалдеть. Сейчас пробую. Да. Я такую не ела еще никогда. Я ела разную. Мы в этом году всякую разную халву пробовали. Но это вот она настолько свежая. Она тает во рту, вот буквально тает, тает. Но тут важно вовремя остановиться, потому что продукт калорийный. Сейчас я чайник вот поставила подогревать. Ну, обалденно, советую всем, всем советую, любителям халвы.
подсолнечно-арахисовым. Ну, я раньше подсолнечную так себе. А вот когда попробовала арахисовую, все, мне подсолнечная не нужна. Ой, высший пилотаж, высший пилотаж.